Важный стратегический документ, который мы разрабатывали в течение 8 месяцев по поручению правительства, он дает возможность создать мощную платформу под будущее развитие и сохранение, наверное, в первую очередь, этого исторического места. Основная идеология Института развития Дом РФ как Института развития — это поддерживать те самые первые шаги, которые в дальнейшем, конечно, нам, как уже соавторам, наверное, тех работ, которые делаются, хочется довести до конечной реализации. Сейчас в Суздале очень хорошо. И как раз делать мастер-план Суздаля – это такой вызов, потому что это действительно исключительный европейский город, ну, мирового уровня, который вот всем интересно смотреть. Этот мастер-план, он ответил фактически на все вопросы, как городу развиваться, какой будет транспортная инфраструктура, какими будут музеи, сколько туристов может посещать максимально наш город.